Сегодня мы решили отправиться на отпуск. Давайте же скорее зайдем в наш автобус. Не зря же мы заплатили за билеты. Ура, мы едем в автобусе. Вот, смотрите, когда какие эти колеса обозрения. Я на них вообще ни разу не катался. Это моя рука. Ой. О, стрелочка. Гениально. Тут какие-то знаки, вроде сюда ехать не надо было. Не понял. Заплатили за билеты, оказались в автокатастрофе. Ой. Кота тащит. Этот отдыхает, а мы такие едем, да, в его автобусе. А, ну что-то типа того. Нам какой-то неизвестный нам человек, или если он не мутант, конечно. Это Леон из Бравл Старс. А, я знаю, кто это тот самый клоун из Пики. Не, это, конечно, не колесо обозрения, но тоже неплохо. Какие-то дверки. Я буду охранником Ула. Если ты увидишь синего монстра, залезай в папку. А, типа Хаги-Ваги увижу или что? О, вот этого что ли, как на картинке? Вроде бы написано лучший друг. Первый друг, блю. Так, какая-то дверь, давайте превратимся в коробку, чтобы не было страшно. Я буду коробочкой. Ого, вы уже тут сколько собрали, а я вообще ничего не нашел. Я хожу бесполезный такой. Окей, а что это у него за топор в руках? Да я не знаю, может он и есть этот синий Хаги-Ваги, который не Хаги-Ваги. Ого, тут коробочек. Ну все, собрал этот большой котик. Так, мы уже нашли 20 блоков, то есть вы, потому что... О! Вот этот синий... Не вылазь из коробки, не вылазь из коробки. Ух, тебя... бежим! Нет! Это... Большой котик! Вот это он его, конечно! Мне кажется, он был слишком большой, этот кот, и поэтому там не поместился, и его съели. А, ух! Это что такое? Что-то у нас появилось, давайте... Кубики, кубики! Надо их забрать. А куда ух убежал? Я здесь, у коробок стою. И сам я тоже коробка. Ого, давайте, оставьте еще 2 кубика, у кого есть. О, все, мы все кубики собрали. Что за фигня? О, мне за это 50 монет заплатили. О, какая-то канализация. О, привет, зеленый чибрик. Ребята, если встретите зеленого монстра, во-первых, что вы должны о нем знать? Он слепой и он вас не видит, зато у него нюх хороший. Так, нам нужно найти немножечко еды. Коробки? Я не знаю. А я коробка, кстати. Мне в коробке нравится. Что со мной в коробке? Посмотрите, что внутри коробки происходит с вами. А нам какой-то неизвестный человек, или не человек, говорит, что нам нужно что-то сделать. Забирай пакет. О, халявная еда. Я знаю, кто это. Я нашел... Что это за звуки страшные? Все. Я спецназовец на минималках. Рядом этот зеленый есть. А где он? О, тут какая-то дырочка, смотрите, я туда залезть хочу. Хоп-хоп. И чё мы какой-то нору четвером залезли? И нам тут комфортно. А это нора, я думал это этот проход. Все, давайте, тут уже тесно становится. Давайте, пошлите осторожно. Я тут, я в коробке. Я же говорю, я спецназовец на минималках, меня никто не найдет. Его подальше от уха. Я успел, коробку. Беги, давай, ты сможешь. Беги, беги, макарон. Макарон, беги, давай, скорее. Ой-ой-ой, он к нам идет. Все, я его отвез. Ага, не очень так ты его отвел. Ой-ой-ой, он сюда бежит. А че он так остановился? У меня 5 мешков еды, давайте я сейчас их всех принесу, и мы покушаем вкусно. Только мне кажется, это похоже на корм, а не на еду, которую мы должны будем есть. Ты что, ай, че он тут бегает? За котом бежит. Бедный кот. А интересно, из котов шаурма вкусная получится. Ну так, совет для монстра синего. Ну да, верно. Ой-ой-ой, тут еще зеленый. И синий. Да, бегите! Бегите, как мы будем бежать? Мы как еле как ползаем в этих коробках. Тут зеленый, тут зеленый. Зеленый, а он что, нюхом нас ловит? К зеленому лучше не подходи, потому что он тебя схватит и сожрет. Ага, я все понял. Короче, надо бежать за едой, потому что она помечена сейчас. Так, нам осталось найти еще 2 мешочка еды, а нет, даже один. Вон он там, я его вижу. Пошлите. Погнали. Только осторожно, нужно смотреть по сторонам, а то они нас съедят еще. Там монстр, не ходи туда, ух. В смысле? Там синий.
Ничего, я же спецназовец самого крутого уровня. Он меня не заметит. Я невидимка. Стоп, мне кажется, мы вернулись туда, где мы были. Просто большой круг сделали. И где-то зеленый монстр. О, все, мы нашли всю еду, и у нас полная кормушка. Вот, даже повар нам накладывает в тарелочку. Ух, если ты на линии стоишь, тогда залезай в коробку, и тогда он тебя не поймает, оранжевый. Какой оранжевый? Какие коробки? Какие апельсины, блин? Надо кормить апельсин? Что за апельсин? Так, нам нужно два добровольца, которые готовы пожертвовать собой ради нас. Точно не я. Ух, я же макаронина, может, я смогу его накормить? Ух, короче, сейчас не подходи к вентиляции, если там торчит какой-то фиолетовый чубрик, не подходи к нему, иначе он тебя утащит в вентиляцию. Ого, как хаги-ваги прям. Нам какие-то лампочки теперь искать надо, дай мне одну, пожалуйста. А как? И зачем? Нет, я подобрал. У меня есть одна лампочка с каким-то кристаллом, зачем они нам нужны вообще? А у меня красная лампочка. А у меня желтая. А я не исп... вон, я нашел! Вот он, ух, иди сюда, ух, вот он. Кто он? Это что, батарейка какая-то или что? Дай-ка посмотреть. Вот это... Видел, он его схватил! Макароны утащил коробке, этот монстр. Мимо него пройти. Какие-то. Я сейчас проверю, или мимо него в коробке можно. А он уже убежал. У него какие-то фиолетовые руки и какие-то глаза. Ой. Это стрёмные звуки, давайте бежать отсюда. Кот такой бегает вообще, ему без разницы на всех этих. Пошли искать эти лампочки. Нам, кажется, надо еще 7 лампочек найти. Даже больше. У меня есть уже одна, так что нам нужно еще 7 найти. Ой-ой-ой, какие-то страшные звуки. И тут какая-то табличка написана. Нельзя еду в этой точке. А почему? О, пираты нашли какого-то неонового. Зеленый идет, зеленый идет. Где? Быстрее ко мне иди. Иду. Залезай. Где он? Все, в коробку сади. Залез. Что за зеленый? Я уж понял. А, типа такая пищалка, да? Пип-пип. Ой! А, да штурмовец, это тоже ноги. Что происходит? Мы сидим в каком-то домике и прячемся здесь. Я слышу мягкие шаги этого зеленого монстра. Нет. Давайте уже выладить, а то мы... Это синий уже. Мы тут как крысы какие-то сидим. А, зеленый! Беги! Я не знаю, ли он по лестнице может лазить, но, наверное, может. Надо... Беги! Беги? Чё, там же просто пробежал Блэк Фокс. Чё бежать-то? Короче, я буду наблюдать за ухом. Короче, мы спецназовцы коробочки, так что перемещаемся тихо. Ой, кота нашли. Вот был найден. Вот без коробки ходил, теперь его нашли. Еще три колбочки. У меня есть одна колбочка, что с ней делать? Короче, надо найти место, куда их надо ставить. Ага, понятно. Во, мне кажется, туда надо эти ставить. Сюда надо лампочки, сюда надо лампочки. Ого, у тебя тоже одна лампочка есть, у меня тоже. Мою лампочку украли. Осталась одна лампочка. Последняя осталась лампочка. Да, у кого есть одна лампочка? Где же нам найти последнюю лампочку? Вот всегда так. Именно последнюю сложно найти. Ой, синий тут! Он бегает за нами. Прячься, давай! О, вон там, смотрите, последняя лампочка горит каким-то цветом. Так, что теперь делать? Надо? Синий, беги! А! Фух, надо мной был... Он был, но он пропал. Надо мной был восклицательный знак, он пропал. Все, значит, он тебя не поймает. Фух, не вылазь, он сзади. Он за нами идет. Он нас не видит, короче, сейчас. Когда а что он за нами идет тогда? Я слышу... Рядом. Где? Вон. Беги! Беги, беги. Он, короче, остановился. Но он думает, где мы. Он нас пытается нащупать. Ага, вроде бы глаза есть. Ух. А он не видит. Смотрите, вот у него есть глаза, но он слепой, а у того вместо глаз пуговицы, он видит нас. Что-то нелогично. Так у него же они
не просто пластиковые глаза, что я буду делать? Ой-ой-ой, какая-то полоска из огня. Короче, сейчас ты увидишь оранжевого, да. Ой, смотрите, там еще вот этот фиолетовый вылез из вентиляции, чтобы нас всех поймать. Короче, все монстры решили нас съесть в один момент. Зеленый уходит, зеленый ушел. Фиолетовый уйдет, оранжевый пробежит, и мы пойдем и положим последнюю лампочку. Вот он. О, вот это он страшный, конечно. А чё он тебя не съел? Все монстры тут собрались. У меня лампочку забрали. Она там теперь. У меня один странный вопрос появился. Разве синий не в вентиляции сидит? Нет. Фиолетовый. Там какая-то фиолетовая жижа. Давайте берем и побежали обратно. Мы собрали все лампочки. Ура! О, ура! Ой, кажись, так не должно было быть, да? Или должно было? Свет отключили, вот, блин, каждый день такое. Ого, он говорит, нам нужны фонарики. О, как быстро я бегу без коробки. Ого. А тут так темно, мы монстров, наверное, не заметим. Нам нужны какие-то батарейки, 9 штук целых. Пошлите за батарейками, а то мы так вообще не выберемся отсюда никогда. К нам идет зеленый. Где? Я слышал его, он рядом пробегал. Беги, пират, пират, беги! О, нет, пирата нашли. Его кошка зеленый не поймал. Зеленый, значит там зеленый, надо убегать. Вот это мы, коробочки с фонариками, это вообще что такое? Одна батарейка. Моя. Он там, где батарейки. О, нет, надо бежать, надо бежать. Идемте сюда, сюда, идемте сюда. Он там, где батарейки, куда я свечу, там зеленый. О, еще одна батарейка. Я уже две батарейки нашел. Зеленый ушел не к вам. Оранжевый! Прям рядом со мной пробежал. Фух. Хорошо, что я был в коробке. Оранжевый побежал. О, батарейка, батарейка. Где? Я подобрал. Я принес еще две. Осталось еще две батарейки. Давай. Мне кажется, что он их несет. Давай. Давай. Я тоже так думаю. Ты наше спасение. Ой-ой-ой. А вот ты сзади нет. Сзади синий. Фух, он успел. Фух. Его чуть синий не съел, он успел это сделать. Ну, 25. Мы починили свет. Наконец-то. Спасибо вам за то, что вы включили свет обратно. В качестве награды я отпущу вас всех. Но сначала... Сначала я устрою тебе... Вечеринку. После вечеринки вы будете все свободны. Я обещаю. Так, нас осталось 5. Я могу вылезти из коробки на 15 секунд. Ура! О, я тикет взял. Ох, возьми. Я тоже введу их. О, теперь у меня есть шапочка какая-то зеленая. О, у меня синяя. О, он нам хочет тортик еще подарить. О, теперь я не в коробке. Смотри, тут какие-то кубики. Спит. Синий спит. И больше нельзя. Ой, шарик лопнул. И он туда побежал. Он нас не услышит. Понял, а кто-нибудь хочет наступить? Я не хочу. Пошлите лучше торт кушать уже. Ням-ням-ням. Тортик. Мое. Ну, вообще. Всем по кусочку, думаю, хватит. Ой, а что тут шарик спускать? Нет, прям на вилку. Ой. Нет, бежим. Бежим? Что делать? Сюда надо отодвинуть кубики двигать. Мы же не успеем. Скорее! Бежим! Ой, он бежит за нами! Он уже близко! Направо! А сюда! Сюда, давайте сюда! Бежим! Присесть! Еще! Бежим! Куда бежать? Я уже не знаю! Мы выбрались! Ура! А где монстр? Давай сюда скорее! Там же монстр! Вон он сзади! Как Хаги-Ваги прям бежит. Беги! Давай сюда. О, его придавило, он решил убежать. Лягушка? Я не оценил их. Лягушка какая-то. Это кажется какой-то головастик или таракан. Ага. Таракан. И как по мне лягушку похоже. Я могу сейчас, прямо сейчас купить себе какой-нибудь подарок и открыть его, вот этот драконий пак. Давайте я попробую его открыть и посмотреть, что мне выпадет. О! И
Нет, редкая выпала. Легендарка так близко была. Какие-то шины мне выпали, зачем? О, теперь я не в коробке прячусь, а в шинах прячусь. Мне больше коробка, если честно, нравится. А то в шинах там воняет, наверное. В коробке, во. Спецназовец первого класса. На этом все. Сейчас вы можете посмотреть целый плейлист, где мы прятались. Только не в коробочках. С вами был Геймс. Всем пока.